Вот уже 40 лет они оказывают экстренную и плановую помощь. В октябре 1974 года в БСМП открылось отделение реанимации и анестезиологии. Как изменились условия труда и почему этой профессии врачи посвящают всю свою жизнь? Ирина Шашкова побывала в святая святых медицинского учреждения, операционных и реанимационных палатах и пообщалась со специалистами. Мечтал стать дерматологом, а оказался хранителем человеческих жизней. В отделении анестезиологии и реанимации БСМП Сергей Сумин работает практически столько же, сколько оно существует, с января 1975 года. За 4 десятилетия служба шагнула далеко вперед, отмечает врач. Но вот ее предназначение осталось прежним. Без громких слов, как есть по жизни. Мы находимся на острие медицины. В общем-то, все самые тяжелые больные, какие есть, это во всем мире, всюду они поступают в нашу службу, службу анестезиологии и реанимации. Отделение больницы скорой медицинской помощи Курска предназначено для больных хирургического и урологического профиля, а также для пациентов с заболеваниями сосудов. На этих 6 койках за год проходит лечение около 900 человек. Очень большую работу выполняет это отделение, очень уважаемое и очень значимое. Но можно только сказать, что за год более 3500 анестезиологических пособий осуществляют врачи и медицинские сестры этого отделения. Летальность, к счастью, у нас ниже, чем вот в предыдущие годы. Это заслуга не только современной аппаратуры, новых методов лечения, но и людей, которые живут профессией. Валентина Ярославкина – анестезиолог-реаниматолог с 40-летним стажем. Профессия сложная, напряженная, эмоциональная. Иногда бывают такие ситуации непредсказуемые, что, конечно, нервная система очень так это приходит в полный беспорядок. Очень волнуешься, переживаешь. Но когда, конечно, все хорошо заканчивается, то очень рад, что спас больного. Эту радость Валентина Петровна готова испытывать еще пару лет. А вот тем, кто придет на смену, врач дает ценные советы уже сегодня. Чтобы литературу изучали, опыта набирались, ну и работали, чтобы, как сказать, честно работали. Ирина Шашкова, Алексей Еременко, телеканал «7».